В день полярника в Якутске женщина впервые совершила заплыв на 220 метров в ледяной воде. Президент Ассоциации конькобежного спорта прибыла в республику в качестве участницы эстафеты «По пути святителя Иннокентия». День полярника в Якутии отмечают уже в пятый раз. Один из ярких моментов праздника – это заплыв в холодной воде на пляже 202-го микрорайона. Все желающие могли на выбор преодолеть дистанцию в 220, 80 и 50 метров. За безопасностью следили водолазы, служба спасения, инспекторы ГИМС, пеши береговой патруль. День полярника и к дню святителя Иннокентия. Пустыми руками не приехали. Мы хотим казачьему войску подарить землю села Анга, где родился святитель Иннокентий. Вручаем вам торжественно нашу землю. Спасибо, огромное спасибо.